Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. Перед вами яблоня, уже почки выдвинулись, так что скоро будет цветение. Цветение начнется, к примеру, через неделю у меня. Что нужно в этот период делать? В этот период желательно обработать актара или энджио деревья, потому что долгоносики – это жуки, которые выедают бутоны, цвета и цветы, то есть есть почкоеды, цветоеды. Сейчас уже цветоеды проснулись, особенно когда плюс 15, плюс 12 и выше, они очень активизируются в этот период, и нужно обрабатывать яблоню и грушу, обезопасив от цветы от вредителей. С чем нужно совмещать? Можно совмещать с любым фунгицидом, то есть от болезней. Берите любой препарат. Я часто использую, если, к примеру, там, говорю, что хорус плюс актара, там скор плюс энджио и так далее, где хорус и скор от болезней, а энджио и актара от вредителей, в основном грызущих, в принципе, и сосущих, такие как тля. Вот до цветения мы должны обработать этим. Ну и после цветения желательно повторить. Потом уже аж в конце мая нужно обрабатывать тем же скором. И уже добавляем топаз от мучничной росы. И опять же от гусениц, тли можно использовать препарат тот же амплиго. Любой препарат, который, если в Байере, то там конфидор. На этом пока все. Счастья, здоровья, до свидания. С вами был Виталий Орех.